Ну, в ТОВ. Пойдем смешивать. Нам надо теперь, чтобы забрать диск, который валяется на полу, принять свою обычную форму. И это один из затыков интересных этой самой игры. Чтобы принять свою обычную форму, нужно смешать в правильном порядке жидкости необходимых цветов, а этот самый порядок, в смысле количества, был показан на скале, мимо которой мы проезжали на машинке. Вот вы вспомните, спустя столько времени игры, сколько где чего было? Я-то вот вспомню. Так. Вот это так. Так. Вот так. Давай. Смешай эту гадость. И выпей эту гадость. По-моему, я переборщил, да? Гадость. Я с зеленой переборщил, походу. А, понял. У меня что-то записано. Чуть выше первого деления по синей-то. Твою мать, точно. То есть три дозы зелени. Это, так. А вот это вот полная. Давай, по-моему. Вот. Походу, теперь все правильно. Упс. Упс. Забирай. Так, где-то тут... Ага. Лесенку вызовем. Бум. Блин, музыка просто потрясающая вообще. Так, ну и давай вставляй эти два диска. А, даже три у меня есть. Два. Ну и сколько у нас осталось? 9 штук. И у нас, в принципе, они все подряд идут, надо же. Но мы не будем их сейчас смотреть все равно. Ну, погнали дальше, дружок. Я так понимаю, это колечко лучше не дергать, потому что откроется там вон тот интересный люк. Так, ну что ж. Идем в телепортатор. Это именно телепортатор. Тим. Ну, погнали. И где это мы? Это же наш Neverhood. Все понятно. Надо приложить усилия. Па-па-па-па.
Только не ради. Мало каши ел. Все-таки получилось, герой. И музыка такая, как в этом. Как ее? Одиссея 2000 года. Я натворил такое, да? Недоволен. Ну чё, пойдём, дружок. Я думал, этот гость, кстати, на него упадёт. Нет, не упал. Тебе повезло. Давай-ка. Сюда, по-моему, да? Нет? А нет. Не сюда. Погнали. Вот сюда нам. Вот. Обязательно надо. Потому что здесь диски. Мы пришли. Так, а что здесь есть вообще? Можем типа вернуться, можем типа... А что здесь у нас? А, это ты! Привет! Да пошел ты! Нет такой буквы в этом слове. Ходят тут всякие. Иди-ка ты отсюда и не приходи больше. Ну вот. А чё? А, это ты! Привет! Да пошел ты! Ну ладно, понял. Пошел я. Ой, блин, я чё забыл? Я же забыл понять последовательность символов-то. Ёпарсоте. Вот это, конечно, вообще офигенно. Так, ну тут вроде ничего нету. Где тут что есть? А, вон. Эти самые арки.
Это, конечно, западло. Я не помню. Реально. Я, думаете, вспомню сейчас, какие были символы-то. Их 12 штук. Вот так вот, да, нет? Нифига подобного. Задолбаешься их рисовать. Короче, надо возвращаться мне туда. Фигарить последовательность. Ай-яй-яй. Ну ладно, это я сделаю на паузе. Так, ну несмотря на то, что я эти символы не запомнил, вернуться я почему-то не могу, лаборатория почему-то закрыта. Дверь входная, я имею в виду. Я быстренько сгонял, но из лаборатории меня так и не выпустили. Короче, что, мы пойдем тогда дальше. Не обращаем пока внимания на эти символы. Потом как-нибудь я попытаюсь туда вернуться. Потому что именно за разгадку этой загадки с символами дадут один из дисков, который нам нужен. А пока нам надо сюда. Тырк. Оп. Прости, мышка. Я не виноват, игра такая. Так, берем диск. И давай вставим все диски, которые у нас есть. Да. Так, один диск мы пропустили, да, жалко. Ну, я думаю, можем будет вернуться. И вот. Как это? А. Понятно. Вот это. Понятно. Сейчас разгадаем. Это я умею. А. Чё? То есть это ты еще должен запомнить? Гася, сказал Яся. Ну ладно, тогда будем тоже делать это на паузе, чтобы не затягивать. Бух, намучился я, конечно, высчитывая, где тут. Тут, короче, методом научного тыка нифига не получается. Нужно находить какой-либо символ, а потом простукивать всю эту поляну из 48 символов, дабы определить, под каким номером совпадение у этого конкретно символа. Блин, это жуть. Я, наверное, целый час тут убил. Так, ну давайте начнем. Так, с первого, да, с грибочка, мухомора. Так, 45-й. 48, 47, 46, 45. Потом 6-й. 6-й и 40-й. Это, по-моему, наш вот этот. Да. Все, грибочек сделали. Начинаем второй. Второй шарики. Шарики. Второй. Потом 18-й. Потом 41-й я вот нашел. Так, потом 4-й. 7-й. Вот здесь вот и 16-й. Так, шарики готовы.
Так, потом что у нас на четверку? Так, на четверку. Ой, на тройку. На тройку у нас черепушечка. Так, 47-46. Потом десятка идет. 8, 9, 10, 23, 26, 4, 5, 6 и 5. Где 5? Вот это 5. Я просто уже настолько упоролся, что просто ужас какой-то. Так, ну черепушки тоже открыли. Так, 8, это у нас вот этот вот. Хрен просышь, чего, корона с носиком, короче. Вроде как на короля похож. Так, 20-й. Где у нас 20-й? Так, 24-й. 3-й, 2-й, 1-й. Так. 17-й. Вот этот. 17-й. 24-й, кстати говоря, тоже он же. 34-й. Так, 32-й. 34-й. 35-й. Я просто к чему это все показываю, чтобы вы понимали, насколько, блин, это сложно и упорото. Это вот я только по бумажке, блин, тыкаю на нужные значения. А вы представляете, как это все замерять и высчитывать? Я просто уже охренел здесь просто-напросто. Так, 41-й, 2-й, 3-й. И 4-й. Окей. Так. Этот сделали. Так, с 9-го. Так, 9-й это у нас вот этот вот. На Вилли похожий. Так, 15-й. 19-й, 20-й, 23-й, 22-й, 21-й, 20-й, 19-й и 31-й. Так, 31-й, 1-й, 1-й, я 2-й, 32-й, вот этот вот, да, вот этот вот, да, тот, который нужен нам. Ну что ж, а там дальше пойдем, так, 48-й. 32-й. Так, 38-й. Где-то здесь. И 27-й. Так, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й. 27-й, готово. Так, 47-й. Так, 30-й. Только не ошибиться бы. По-моему, вот, да, 30-й. 13-й теперь. Так, это 16-й. 9, 10, 11, 12, 13. О, готово. Еще один. 28-й. 24, 25, 26, 27, 28. Готово. 14-й, потом 29-й, так, 24-й, 32-й, да? А, нет, подожди, 14-й, не 29-й, может быть 29-й. Он должен быть вот этим. 28-м. Это я уже упоролся и неправильно цифру написал. Так. Благо тут не осталось особо вариантов. Так, теперь 35-й нам нужен. 42-й. 40-й, вернее. Так, 32-й. 3-й, 4-й, 5-й. 5-й. 39-й. 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Готово. Так, 12-й.
А, ну с 11 начнем, 11. Потом 21-й. 23-й, 24-й, 25-й и 36-й. 36-й это у нас, по-моему, вот этот вот, да? Да. Ну и осталось 4 клеточки. Тюк, тюк, тюк и тюк. Господи Иисусе. Что теперь сделать надо? А сделать надо то, что надо запомнить, сколько символов было каждого, то есть сколько, какое количество символов, каждого символа вы встретили в этой головоломке. Ну, благо у меня все это дело записано. Я теперь понял. Так, сейчас мы только сохранимся обязательно. Так, ну погнали. Дальше. Опс. Чё это? Мывка. Наровка. Ну, втов, мывка, наровка. Надо ее через нужные норки провести. Так. Первая. Потом так, раз, два. Ой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Идешь в 17-ю, короче. Так, 17, потом 30, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 идешь, 37 нам надо, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восемь, девять, десять, одиннадцать. Нет, подождите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, да, сюда и... Фигач. Потом нам нужна 12-я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Да, сюда же идешь. Так, потом 5-я нам нужна. Раз, два, три, четыре, пять. Да, правильно. И идешь ты у нас в 43-ю. Ой, блядь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать. Тьфу! Сбился, похоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Сюда иди. Окей. Ёлки-палки.